Вера, такого это как вот ты хочешь, чтобы мы зашли в магазин и что-то купили. Угу. Машка, покупайте пряники. А что? Это что, новогодние эти? А это ж коробочки новогодние. Зачем они нам? Ну мама же к Новому году зайчики. Зачем нам? Гриша, глянь, какой ты грязнющий, иди раздевайся. Да ладно. Такая вот коробочка получилась. Ариэль. А почему не в новогодний? Ну, это же не на Новый год, Гриш. Так, у нас тут какая-то ярмарка приехала. Не знаю, и ткани там. Типа, как в том году была белорусская. Так, купила я фарш свиной и куриный. Сейчас все это обжарю, перемешаю с луком. Будет у нас спагетти. Воду поставила уже на макарошки. Так, спагетти. Сейчас их нужно сюда, но они сейчас сами упадут. А здесь у меня фаршик. Лук, чеснок и будет еще вот такая вот заливочка от Кнора для спагетти болоньезе. Ее нужно смешать с водой и залить сюда фарш. Пока наши спагетти, ну, это макароны по-флотски, как это, ну, я, в общем, смешала, болоньезы вообще не смешивают, но у нас будут как будто макароны по-флотски. Здесь варятся яйца, потому что я безумно хочу салат с крабовыми палочками, и именно который с капустой, а не просто там с огурцом и с яйцами. В общем, у меня будет капуста, яйца, крабовые палочки, кукуруза и зелени немножечко. И маленький вот такой вот салатик. Для начала нужно порезать капусту. Я ее режу вот ножом, который с двумя лезвиями. Знаете, такой большой такой тук-тук-тук. Сначала не могла с ним справиться и подружиться, но сейчас мне очень нравится им работать. Немножечко присолила, отжала ее. Сейчас буду добавлять сюда крабовые палочки, кукурузу и яйца. Накрыла на стол. Все, сейчас будем уже обедать. А, и открыла баночку сока абрикос или жерделовый, ну как-то там он называется, абрикосовый, дедушка Леша делал, он прям как натуральный с мякотью сок. С мятой? С мякотью. В общем, вкусный. А мы с Афонькой только недавно проснулись. Почти 5 часов. Да, сынок? И смотрим теперь Аданго. Кто знает, что такое Аданго? Вуаданго. Вуаданго. Это просто ниндзяго, да? Да. Это значит Аданго. У меня там посудомойка помыла посуду. То, что не помыла посудомойка, сейчас буду мыть я. Включили тут Сафони. Как же они, русские ниндзя или как-то так называются? Тебе нравится такая передача, сынок? Да, Аданго. Ниндзяго? Да, Ля, сейчас будет забегать, видишь? Тебе нравится? Да. Да какие-то сильные дяди, да? Да. А ты бы так смог? Нет. Не смог? А почему? Потому что я так умею. Ты так не умеешь? Нет. Какую мы с тобой сегодня сказку читали, расскажи. Бабу Галю. Бабушку Таю мы читали? Нет. А какую? Детку мы читали. Детку. Это бабка за детку? Бабку детку. Детка за репку? Репку. Тянут, потянут? А маму не вытянут. Не могут вытянуть, да? Да. Маму потянули. Так, помыла всю кухню. Сейчас 5 минут перерыв. И буду делать тесто на новогодние пряники. У меня уже прям очень новогоднее настроение после этой розовой елки. Вот она, кстати, эти кусочки валяются, с нее сыпется, поэтому я ее пораньше открыла, чтобы высыпало все, что могло высыпаться. И сейчас Афоня принесет книжку, посмотрим, будем делать тесто для пряников. Покажи. А это про волка, но это мы не читали. Аккуратно, смотри, уже порвалась. Это старая книжка, эту еще, по-моему, книжку тебе Ваня подарил, да? Да. Твой брат Ваня, да? Да. А где Ваня?
Ваня. Ваня тоже, когда был маленький, то читал такие сказки, да? Мама. Ему, наверное, мама с папой читали, да? Да. Прыгнул в воду, да? Да. Все, я в душ сходила, сейчас сижу, мне потом дети. Будем пить сейчас чай, уже 9 часов. Ничего сегодня даже почти не снимала, по-моему. Потому что с утра у меня была русалка, а потом я приготовила макароны по-флотски и все, даже спать легла с Афонкой. Вот там. И все, и потом, что мыть посуду, мыть кухню. Все как всегда. Дети сейчас играют в компьютер, вот до 9 попьем чай, помоемся и уже, наверное, скоро будем спать. По телевизору думали посмотреть что-то интересное, посмотрели «Курьер из рая», в общем, какая-то фигней, думали что-то интересное, но я так и не поняла, в чем же смысл. Вот вообще не поняла этого смысла, вот, так что по телеку смотреть нечего. Не знаю теперь, чем заняться, потому что темнеет очень рано. Тесто я только сделала, 2 порции для пряников. Они сейчас помоются, потом чай, да, сижусь? Да. В общем, все, сейчас детская очередь.